Всем колхозам здесь собраться, да, вручную все вот это собрать, сделать. Нереально. Ну, то есть, было в любом случае. Либо... А вот обратите внимание, вот эти трещины, видите? Это вот то, что землетрясение оставило за собой. Их много, их тут только вот на этой площадке закартографировано 42 километра трещин. От землетрясения расползается. Через трещина идет через холм и дальше через всю степь. Наверх, холм разъехался по ладу. Быки могут, в принципе, встать в стойку и охранять молодняк. Вот увидите, бык. Да. Честно, я не могу сказать, что это бык, да? Но вот он это смотрит. Быковато, я бы сказал бы. Быкует книжку. Ну, а все равно не видишь. Бегают они, конечно, зачет. Классика жанра. Ой, он на нас бежит. Да, на нас бежит. Молодой, резвый. Ну, прям это... Не знаю, чему надо. Честно, я не сорву кого. Но такая туша, если на тебя побежит, то это, да, я думаю, любой запаникует. Что за фигня? Проблемка. Снимаешь нас? Я возьму батарейку. Все, мы пошли в гору. Шикарно вообще. Да, ходить-то тут неудобненько. По кочкам. Сверху, то расплющено, да? Угу. И вот здесь вот надо калькировать. Я так не могу сказать, что здесь нарисовано. Вроде бы два всадника. Если два всадника, это боевая колесница. Один возничий, другой лучник или дротик кидал. А... Что за морал, наверное, да, изображался так. Может быть, все этот подвид гигантского оленя здесь он тоже жил. Это мы где? Ущелье. Та высота 3990 с чем-то, вот, ага. Не ту, которая скрыта, угу, облаками. Ну вот эти где-то по 3000 где-то. Угу.